Друзья, всем привет, с вами Яков. Несмотря на то, что вышло уже Diablo 4, которая, кстати, не всех игроков устраивает, многие продолжают интересоваться, а что же по Diablo 3, когда будет сезон и что в нем будет. Ну что ж, давайте по порядку. Следующий, 29-й сезон, не будет последним. Но при этом это будет последний сезон, где будет уникальная тематика. То есть да, компания Blizzard игроков будет удивлять. И не знаю, мне почему-то так кажется, что тематика будет как-то плюс-минус завязана с Diablo 4. Но опять-таки, поживем, увидим. Ну а что касается последующих сезонов, то есть 30-го и далее, то тематики этих сезонов будут повторяться. Как эта ротация будет запускаться, мы не знаем. Далее, по поводу старта 29-го сезона. Безусловно, дорогие друзья, сначала будут проводиться ПТР-тесты. Что касается этих тестов, то здесь мы упираемся в Diablo 4. Почему? Потому что во второй половине июля в игре будет стартовать первый сезон. Тестов первого сезона Diablo 4 проводиться не будет, ну, во всяком случае, для игроков. На тестах работают тестировщики Blizzard, они все это дело обкатывают, ну и во второй части июля будет старт сезона. Тут, сами понимаете, компания Blizzard ни в коем разе не будет запускать сезон Diablo 3 в разрез сезона Diablo 4, то есть их текущего флагмана. И я так думаю, что ПТР-тесты Diablo 3 будут запущены где-то плюс-минус через месяц после старта сезона в Diablo 4, то есть это где-то середина августа. Если тематика будет несложная, допустим, изменениях в сетах или же в предметах легендарных будет немного, то ПТР-тесты могут продлиться плюс-минус 2 недели. Затем какое-нибудь межсезонье, временное исправление ошибок, которые проявились на ПТР-тестах. Но, следовательно, старт сезона 29-го приблизительно будет в конце сентября. Ну, это приблизительно. Но, следовательно, да, текущий 28-й сезон будет самым продолжительным. Пока, но не вообще. Потому что, скорее всего, 29-й сезон, как и последующие, будут очень-очень долгими. Повторюсь, потому что компания Blizzard, по сути, в Diablo 3 уже не заинтересована. Их интересует только Diablo 4, а Diablo 2 и Diablo 3, они просто будут поддерживаться, так как они, по сути, не приносят прибыли, нежели Diablo 4 и даже Diablo Immortal. И вот на эти две Diablo игры компания Blizzard сейчас делает акцент. Вот такая ситуация. Ну а на этом моменте я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи в фарме контента, в какую бы Diablo игру вы не играли.